You said to me. Накануне пехотинцы зачистили 8 домов частного сектора и вышли на новый рубеж обороны боевиков в Джобри. Мы направляемся к импровизированному наблюдательному пункту. Всюду вокруг нас следы прошедших боев. Мы, репортеры Анна Ньюс, были свидетелями, как солдаты били здесь за каждый метр. Танки выдвигаются на исходные позиции. Инженеры подготовили хороший путь для них. Они прикрыты со всех сторон. Высотки, взятые сирийской арабской армией, позволяют теперь доминировать над окруженной группировкой террористов и пресекать попытки бандитов вернуть контроль над южной окружной дорогой. Все приготовились, и каждый боец знает свое дело. Танки пошли в бой. Первая машина наносит удар и быстро меняет позицию, перенося удар на пути отхода террористов. Танк двигается дальше, расстреливая линию обороны боевиков. При такой плотности застройки квартала очень важна слаженность работы экипажа. Танк должен двигаться как единый организм, чтобы сохранять маневренность в таких условиях.
и сирийские танкисты демонстрируют качество своей работы. Пехотинцы тем временем простреливают места возможного появления гранатометчиков. Стреляв в выявленные позиции боевиков, танк отходит и прикрывает выдвижение пехотных подразделений. Закрывая солдат броню от огня снайпера со стороны замальки и маскируя бойцов дымовой завесой. Вперед идет вторая боевая машина. Танкисты расстреливают здания, по которым боевики могут подойти и атаковать наступающих пехотинцев. Эти танки воюют уже более 2 лет без капитального ремонта. Все ремонтные работы проводятся в поле. И иногда в самый неподходящий момент происходит поломка. Танк, маневрируя в узком пространстве,
и обломках зданий, теряет один трак и застревает прямо на линии фронта. В сложных условиях передовой начинается операция по спасению обездвиженной машины. К месту аварии выдвигается бронированная ремонтная эвакуационная машина. Экипаж решил не покидать танк и продолжает вести бой, прикрывая пехотинцев. Андрей Филатов, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск. Там внизу идет операция по спасению танка, потерявшего один из траков. Пространство вокруг машины расстреливается пехотинцами, чтобы не дать гранатометчикам боевиков поджечь боевую машину. Офицеры Сирийской арабской армии не могут наблюдать издалека, и мы направляемся вниз, чтобы присутствовать на месте проведения спасательной операции. Наш путь лежит через дома частного сектора. Изуродованные дома – это один из ликов войны. Боевики превратили из жилого района в смертельный лабиринт. И чтобы очистить от них город, приходилось воевать за каждую комнату. Каждая стена здесь – это рубеж, который надо было брать. Снайперов-боевиков. Здесь постоянно слышны щелчки снайперских пуль, но никто не обращает внимания на опасность. Все они помнят, но главное сейчас это спасти там.
перебегаю за одной стеной и осматриваюсь. Понимаю, что я могу быть заметен снайперу боевиков и прячусь под остатками лестницы. Члены экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины, проще говоря, Брэнки, невзирая на опасность, крепят трос для начала буксировки поврежденного танка. Позиции боевиков находятся отсюда в 30 метрах. При наступлении подразделений Сирийской арабской армии они отступили, но сейчас могут вернуться, воспользовавшись моментом, и попытаться контратаковать. Когда трос закрепили, танк делает упреждающий выстрел в сторону боевиков и начинается эвакуация. Я понимаю, что мое укрытие может стать склепом, если 47 тонн неуправляемого танка навалится на останки здания. Надо срочно убегать отсюда. Через несколько метров трос оборвался. Второй был порван ранее. Брэмка отправилась за новым тросом. Пехотинцы продолжают зачистку внутри зданий, и если танк может поддержать их огнем, то удар не заставляет себя ждать. Экипаж ждет новой попытки вытянуть их из этого проулка. Любое подозрительное движение со стороны боевиков расстреливается. Ударная волна от выстрелов танка сложила близлежащий дом. Обвал здания дал положительный результат. Теперь обломки дома прикрыли левый борт машины. Thank you.
Капитан обходит танк, чтобы осмотреть обстановку со всех сторон. Прибыла Брэнк. Все начинается сначала. Наконец-то удалось вывести поврежденную машину с передовой. Прикрыв буксировку поврежденного танка, экипаж Хусейна начинает прикрывать пехотинцев, приступивших к зачистке последнего дома у автострады. Командиры предположили, что там может быть очередной тоннель боевиков.
Шахов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Василий Павлов, Марат Мусин, Анна-Ньюс, Дамаск. Прикрыв буксировку поврежденного танка, экипаж прикрывает пехотинцев, приступивших к зачистке последнего дома автострады. Командиры предположили, что там может быть очередной тоннель боевиков. Танки скрывают пехотинцев дымовой завесой и прикрывают пулеметным огнем. Поступает сообщение, что пехотинцы засекли передвижение боевиков за Мальки. У стоящего слева танка повреждена трансмиссия, он не может нанести удар по замеченному скоплению боевиков. Из-за интенсивного применения термодымовой аппаратуры на камере образовался конденсат дизтоплива. Проще говоря, дымовая завеса – это солярка, пускаемая в выхлопную трубу, и на выходе получается туман. Ветер направил этот туман на камеру, и она сначала запотела, а потом и покрылась слоем дизельного топлива, и картинка ушла в расфокус. Когда пехотинцы сообщают, что снова заметили боевиков, танк выдвигается и наносит удар по Замальке. Поврежденный танк остается как стационарная огневая точка для ведения огня по боевикам в Замальке. Экипаж первого танка движется вперед, чтобы нанести удар по обнаруженным боевикам. К сожалению, камера потеряла возможность снимать четкую картинку, но события, развернувшиеся вокруг экипажа, должны войти в летопись этой войны. Поэтому, несмотря на качество, мы включили эти кадры в фильм. Моя съемка сверху часто обрывалась, так как маячить в окнах чревато. Если б нас засек снайпер боевиков, то мое желание получить хороший кадр могло стоить жизни всем находящимся на этаже.
танк, подойдя к позициям боевиков, сразу подвергся обстрелу снайперов. Их целью служит оптика командира экипажа. Танкисты из пулемета расстреливают появляющихся в просветах окон боевиков. Экипаж обнаружил позицию, направил танк для нанесения удара по террористам. Танкисты заметили боевика с гранатометом и начали наводиться. Боевик, видимо испугавшись, поспешно выстрелил, и граната взорвалась, не долетев до танка. Ответный выстрел не оставил шансов уйти безнаказанным. Танк берет под контроль это направление. Стало ясно, что это важный участок обороны боевиков, и они должны попытаться вытащить тела убитых. Заметив движение, еще один выстрел. Внезапно, слева, со стороны замальки по танку бьют из противотанкового орудия. Экипаж, слава богу, не пострадал. Выстрел повредил маслопровод, и масло стало заливать башню танка и нашу камеру. Танк, получив повреждение, потерял возможность двигаться. Танкисты решают не покидать машину. Они бьют по замальке, а потом разворачивают орудие и бьют по позиции боевиков. الشمالي منه مهدود، الطرف اليساري منه من 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 هون رمى القاذف. Это был последний снаряд. Экипаж остался без снарядов и патронов. Танкисты сообщают, что они видят боевиков с РБР, и капитан хватает пулемет, указывая пехоте, куда вести огонь. رشاش بجي سي ولا الدبابي الامامي ترميلي على الدخلي ورميلي قاسم زين زين ولا الدبابي على الدخلي
В Замальке была засечена активность боевиков, по ним наносится удар. Здание, откуда был произведен выстрел по танку, расстреливается артиллерией. Когда из-за вытекшего масла танк заглох, экипаж остался безоружным перед расчетами боевиков, которые собрались для уничтожения танка. Как рассказали нам танкисты, они видели, как у одного из боевиков не сработал РБР, и он начал менять гранату. Члены экипажа не боялись смерти, но уповали на Бога и на товарищей. Экипаж после попадания по танку остался безоружным перед расчетами боевиков, которые собрались для уничтожения боевой машины. Как рассказали нам танкисты, они видели, как у одного из боевиков не сработал гранатомет РБР, и он начал менять гранату. Члены экипажа не боялись смерти, но уповали на Бога и на товарищей. На помощь обездвиженному танку выдвинулся другой экипаж. Счет пошел на секунды. Танк, идущий на помощь, должен сориентироваться на местности и выстрелить, а боевик сменить гранату и выстрелить. Кто успеет раньше нанести удар? Танкисты увидели, что боевик сменил гранату и изготовился к выстрелу. Рядом появился еще один гранатометчик. Экипаж начал торопить другой танк. На долю секунд боевик опередил танкистов и успел выстрелить, попав в лобовую броню. Расплата была молниеносной. Томительные секунды тишины в радиоэфире, и танкисты вышли на связь. Лобовая броня танка выдержала попадание ракеты РБР. Никто из членов экипажа не пострадал. Попытки боевиков что-либо предпринять расстреливаются. Танкисты уничтожают позиции террористов и разрушают коммуникации оборонного рубежа. В это же время на разминирование пути эвакуации выдвигаются саперы. Они направляются к месту разминирования, чтобы снять кумулятивную мину с дистанционным подрывом, которая заложена под дорогу. Боевики роют вот такие тоннели под полотном дороги и закладывают снизу самодельные кумулятивные мины весом в 30-40 кг. Благодаря действиям пехотинцев боевиков выбили отсюда, и они не успели подорвать мину при подходе танка. При очередной зачистке в Джобаре был обнаружен заминированный подкоп. Мы внезапно для боевиков оказались здесь, и они не успели привести в действие мину.
أثناء القيام بمطارد الإرهابيين في منطقة جوبر تم إبلاغ فريق الهندسة على. При зачистке Джобара и преследовании боевиков мы получили сообщение, что есть заминированный подкоп. Расположена она была в подкопе, который был сделан из обычного дома и находилась под дорогой. Это кумулятивная самодельная мина. Приводится в действие дистанционно при подаче тока. Мы постоянно снимаем такие мины. Мощность ее 30-40 кг тротилового эквивалента. Подкоп они сделали только для подрыва техники. Также мы обнаружили здесь противогазы. Судя по всему, террористы хотели использовать здесь отравляющие вещества. Гранаты кустарного производства и комплектующие для изготовления мин дистанционного подрыва. На путях наступления саперы снимают такие мины десятками. Путь свободен, и поврежденный танк может быть отбуксирован. Подцепив танк, начинает буксировку. Еще два танка прикрывают эвакуацию, нанося удары по замальке, по позициям слева. Мы направляемся к месту, куда отбуксировали поврежденные машины. Здесь надо ускориться, так как эта сторона пока еще простреливается со стороны Замальки.
Затем эвакуируется и танк, стоящий как стационарная огневая точка. Все поврежденные танки вернулись в строй через 2 дня. Столько времени понадобилось механикам, чтобы отремонтировать боевые машины в полевых условиях. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, подразделения сирийской арабской армии прорвали рубеж обороны боевиков, уничтожили по меньшей мере 3 расчета гранатометчиков-террористов и выполнили поставленную боевую задачу. Потерь в рядах сирийской арабской армии в этот день не было. Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Василий Павлов, Марат Мусин, Ананьюс, Дамаск.